Полина, замри! Не шевелись. Она смотрит на нас. Красный свет, зеленый свет. Не нарушайте правила, тогда вы останетесь в живых. Так, охранник! Нет! Он лопнул! Мяу, кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться, у того сегодня будет все хорошо. 3, 2, 1. Мур, люблю тебя. Где мы? Это игра в кальмара! Да ладно! Да, ребята, мы тут все умрем! А что мы тут? Ой, а что это за люди такие? Игроки, прекратите задавать вопросы и станьте в центр комнаты. Балди! А что это за шар на верху? Тут что, есть деньги? По мной! Подождите, это все игроки, нам присудили номера. Мы должны будем здесь все умереть. Куда мы идем? Либо мы выиграем, либо нас убьют. А победитель один будет? Привет. Не останавливайтесь, иначе умрете. Идите по лестнице вверх. Полина, я боюсь, у нас время, страшно. Давайте быстрее. Ой, время не идет. 8 секунд, давайте быстрее бегите. Мужчина, здравствуйте. Так, ладно, побежали. Первая игра. А первая что игра? Сделать? Едешь, дальше будешь. Так. Если она говорит зеленый, ты можешь двигаться. Если красный, ты должен замереть. Если не успеешь замереть, Балди, ты умрешь. Что мы тебе нужно? Красный свет, зеленый свет. Король, смотрите, с короной рядом. Ура! Зеленый свет! Полина, прикрой меня! Тихо! Красный свет! А, что так много двигалось? Люди падают, Полина, я боюсь! Я хочу в туалет! Да замри, Балди! Зеленый свет, давайте быстрее! Мне надо дойти до конца! Малина, да мне страшно! Какой мы иди? Красный свет! Вокруг меня люди падают! Балди! Они все помирают! Все, давайте быстрее! Нам она реально померла! Она когда поворачивалась, ей нужно заменить! Тих! Балди! Марина, куда ты меня привела? Я не хочу здесь находиться! Тихо! Балди, я за тебя нифига не слышу! Тихо. Не тараторь мне здесь! Ребята, жесть! Мне страшно! Мне тоже очень страшно! Я хочу пить! Подожди, все! Пока зеленый! Ну, блин, я вообще не могу понять, когда она говорит... У меня уже ноги отваливаются! Красный, стойте! Не шевелись, Балди! У меня нога чешется! Балди! Да Дим, как обычно, не вовремя! Давайте, нам нужно идти! Когда она повернется... Тихо! Ребята, жесть! Малина, стой! И скажи своему кролику! Я не могу, мне так страшно, мне даже ноги не передвигаются! Малина, я уже, по-моему, дошел! Молодец! Чуть-чуть осталось, чуть-чуть! Нам чуть-чуть, мне вообще чуть-чуть! Ну, давай же! Я нашла! Давай! Малина, давай! Да не мешайте, мне страшно! Жесть! Она отвернулась? Иди, да, отвернулась. Стой! Ребята, жесть! Ой, у меня даже ножки трясутся и коленки. Иди, Малина, пожалуйста! Малиночка, не подведи! Я даже мышкой боюсь пошевелить, это ребята! Это первый раунд! Давай! Вот видите, она вообще... Девочка! Перед самым финишем девочку возле тебя убили! Спасибо, Балди, ты прям умеешь вдохновлять! Тихо, я не могу пошевелиться, мне страшно! Не дыши! Тихо! Ребята, Доходи! Слушайте, это так эмоционально, это жесть вообще! Я спаслась, ты жива! Опять, слушайте, казалось бы, детская игра, но так... Подождите, а как его вообще тут убили за линии? Балди, так нечестно! Несправедливо! Он что, хотел добежать, его убили, он упал через линию? Мальчик просто выпрыгнул на красный свет за поле, его убили. Ребята, с нами играют нечестно! Так, надо вытолкнуть этого стражу, этого... Ну, где на поле? Иди, тебя тоже тут пристрелят. Проваливай! Давайте его выпихнем. Слушайте, мы во второй игре. Второй раунд? У нас $840. Чем больше будет убитых, тем будет больше приза. Вон! У нас осталось всего 32 участника, Балди! И наконец-то ремонт в туалете сделаем! Только надо выжить. А выжили только один? 5 игр. Мы прошли только одну, Балди. Ребята, мы можем погибнуть. Мне кажется, первая самая легкая. Да, мне это не кажется, что она самая легкая. Ну, так, давайте быстрее. Побежали, второй раунд. Малина, я даже не могу представить, что будет... Так, все в туалет сходили? Балди! Твой котик сходил в туалет? Мы не знаем, что будет во втором раунде, но мне уже очень страшно. Это снято по сериалу. И там во втором раунде они вырезали печеньки. Что? Печенька? Если печенька треснет, тебя убьют. Ой,
Моя игра! Балди, держись! А что? Вау! Как так круто! Это прям копия, как в игре! А здесь есть формочки! Как в сериале, ребята! Чего мне ни зонтик и ни звездочку? Они самые сложные! Да, надо тебе, чтобы повезло, поэтому выигрывает, кому достается треугольник или круг. Надеюсь, нам достанется треугольник или круг. Пожалуйста, мне треугольник! Эти люди с автоматами, они будут нас убивать, если печенька треснет! Балди, если твоя печенька треснет, ты умрешь. Твоя задача вырезать формочку, так, чтобы не сожрать твою печенку, Балди. Я уже собрался съесть. Так, кому Полина, какая фигурка? Я еще не знаю. Сейчас у меня звезда. У меня зонтик. У меня треугольник. Полина, тебе одной повезло. Так. Полина, осторожно. Главное, пожалуйста, не... У меня треснуло, ребята. И у меня уже немножко треснуло. Полина, если я умру, я завещаю тебе все свои носки. Балдеешь, капец. Так, давайте это стратегия. Это... Какая может быть стратегия? Никакой нет стратегии. Может вести только аккуратно. Может время закончится. Малина, учти. У меня тоже время заканчивается. Ну так быстро идет. У меня печенька лопает. Малина, печенька. Я вырезала. Ребята. Я еще нет. Малина. Балди. Так, смотрите, осталось тут всего через 17 секунд. Валерий. Я на грани гибели вообще. Так, спокойно. Давайте держать равновесие. Балди, как там твоя печенька? Я вырезаю звездочку. Только не дыши и не жри, пожалуйста, печеньку. Я очень аккуратно. Балди! Осторожно, только прошу тебя. На меня сверху дышит этот охранник. Это охранник, не дыши. Он зубы не почистил, а еще меня убить хочет. Балди, ты вырезал? Я вырезал, ребята, я вырезал звездочку. Да ладно. Я в живых остался. Так, остался только Валерий. Пожалуйста, Валерий. Ну, зонтик вообще офигенно сложный. Зонтик, он самый сложный. Так, охранник. Нет! Он лопнул. Какой ужас. Балди, ты знаешь, что здесь еще они потом будут нас убивать. Марина, может быть, уйдем отсюда? Мне жалко без Леры играть. Ну, надо уже доиграть. Вы не можете уйти. Ребята, поддержите нас. 17 осталось игроков. Сейчас приз $1260. Давайте поставим лайк Валерии и подпишемся на каналчик за то, что она такая умничка. Давайте, выиграйте. Так, отправляемся в третий раунд игры кальмара. Балди, я что-то не хочу. Там чем дальше, тем хуже и хуже игры. Мне кажется, я знаю, как мы должны. Малина, мы теперь должны точно пройти, чтобы смерть Леры не была напрасной. Мы должны объединиться, Балди, потому что сейчас... Я знаю, какую игру. Какой? Перетягивание каната. Нет, только не это. О, а я в школе хорошо перетягивал канаты. Балди, ну это не школа тебе. Я правда играл с детьми первоклашками. О боже мой, прям как в сериале, ребята. Да. Правила игры очень простые. Перетяните канат и останетесь в живых. Смотрите, правила игры. Ой, смотрите, на какой мы высоте, сумасшедший. Да пропасть. Короче, мы должны тянуть. Ну я нифига не понимаю, когда тянуть. Я так понимаю, на зеленой зоне. На зеленой. Тройка самое большое число. Давайте. Короче, нужно что, нажимать когда на красной, на зеленой? На зеленой. Когда на зеленой, наверное, Малина. Я нифига не понимаю, жесть. Малина, блин, давай. Малина, мы так проиграем, соберись. У меня одни нули. Тяни. Балди. Давай, тяни его. Они мы упали. Мы выиграли. Они упали. Малина, да ладно. Мы выиграли. Ребята, осталось всего 9 игроков. Мы живые. Еще аж целых 2 игры получается. 3. А, всего 6 игр? Да. Мама, я думала 5. Четвертая игра, так. Так, я друзья. Я пытаюсь вспомнить, какая была четвертая. Хорошо, игра. Что здесь нет поэта. Уже $1540, да. Балди. Ну это что, маловато, в сериале там миллиарды были призом. Вот так вот там. Капец, там Малина, было 40 Малина, миллиардов. Нам нужно вместе объединиться и победить. Мне страшно. А вдруг тут против нас кто-то заговор устраивает? А если мы будем в конце друг против друга, что мы будем делать? Не знаю. Лянь, этот первый игрок, это первый. Самый сильный, получается, был в игре. У него золотая кофта, он уже платиновый игрок. Может быть, давай держаться ее, может, она что-то знает? Давай, да может быть, давай у нее спросим? А если она нас убьет? Я что? Не знаю, что о. Это? О, следующее нет. Задание. О, нет. Шарики? Шарики!
А что это за игра такая? Наверное, нужно будет угадывать что-то. Да, нужно будет угадывать, четно или нечетно. Честно говоря, я никогда не доходила до этого левела и не знаю, как в эту игру играть. Балди, что делать? Я не знаю, давай сейчас будем учиться. Но помнишь, нужно было делать ставку, а потом выбирать, четно или нечетно. Да. Хорошо, у нас есть even и четное, от нечетное. Я выбираю нечетное. Я тоже выбрал нечетное. А еще нужно какую-то цифру набрать. А что это за цифры? Пятерку? Осторожно, у тебя время идет. Что? Меня убили! Чё? Мы даже ничего не выбрать не успели! Мы просто не успели! Мы не знали! Я только в последний момент про время заметил! Жесть! Вообще! Мы просто так померли! Я умерла, Балди! И смерть Леры была напрасной! Поэтому приходи в наш Дискорд, вместе с тобой будем играть и записывать ролик. Не забывай про наш канал Валеришка Family! Там выше новые серии Валеришка Games, Play, Max! Тоже очень крутые серии для тебя. Не забывай, Снушка, это самое лучшее. Мы очень любим. Всем пока-пока.